Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Daily Trade, где мы получали по акции бонус $50 на депозит. Как бы, да? Минималка на вывод, друзья, $30. Ну и что? Пришло время выводить, и я вчера поставила на вывод. Моя пригласитель, по чьей ссылочке я зарегистрировалась, записала видео по выводу. Все замечательно. Проект платит. Ей выплатили. Она оставила вот скрин. Я скопировала, чтобы вам показать. И ей денежки пришли. Она вроде бы как на криптонатор выводила. Вот. Но, друзья, она инвестировала сюда, как бы делала апгрейд, что ли, свои денежные средства. Значит, я по видео поэтапно все сделала, как она объясняла. Нужно установить security пароль, как бы секретный, шестизначный, как бы пароль. Сюда прописала, повторила пароль. Сюда прописала пароль, что указывала при регистрации. Нажала «Сохранить». И мне на почту пришло письмо, ну, с паролем. То, что я как бы установила секретный этот пароль. Далее я пошла делать вывод. У меня $30 было. Вот. На данный момент у меня же уже $2. Ну, все сделала. Я выбрала биткоин. Выводила я на Coinbase. Делала вывод. Все это произвело действие. Вот и что. Вывода нет. Так, если мы... Подождите. Опускаюсь ниже. Вот 24.11. Я выводила $30. Вот они мои. Ну, с учетом комиссии 28.50. Нету денежек. Мне, ну лично мне, ничего не пришло. Возможно, нужно свои вкладывать. Вот. Ну вот даже открою Coinbase. У меня последняя транзакция была 23 сентября. А здесь, если мы переведем на русский, уже написано вывод успешно оплачен. Комиссия $1.50, стоимость $28.50 США. Нет у меня. Также у меня реферал вчера ставила на вывод. Она уже даже вперед меня поставила с утра. Ей тоже денежка не пришла. И уже вчера вечером мне под видео оставили комментарий, ставила ли я на вывод, пришли ли мне денежки. И, следовательно, я написала, что нет в кошельке у меня еще пока ничего. И мне ответила, что тоже ждет. И я могу сделать вывод, что тоже денежка не пришла. Вполне вероятно, что нужно вкладывать свои, чтобы как бы был вывод. Вот такая вот у меня, друзья, информация. К WhatsApp я не присоединялась. Здесь вот, если хотите, присоединитесь и спросите, что да как по выводу. Но мне не заплатили. Ну, на этом все. Мы ничего не потеряли, ну и не приобрели. Вот. И время мы на этот сайт ничего не, как бы, не тратили. Всем удачи, всем пока.